Еще раз по просьбе снимаю, сколько входит топливо в Honda CR-V3 после отсечки пистолета. Только начали заправку. Сейчас пока заливаемся. Сейчас посмотрим, когда будет отсечка. Ну и дальше уже будем потихонечку доливать. Камеру, наверное, не буду останавливать. Будет долго, наверное, скорее всего. Но все равно. Может быть, и на паузу поставлю. Посмотрим. Так, уже вот 24 литра зашло. В общем, пока заправляемся. Пока заправляемся. Хотя на самом деле было... О, отсечка. Отсечка у нас прошла на 29,91. Все, вот теперь самое интересное. Поехали потихонечку. На машине придется ездить, поэтому заливаем по горлышко. Ну, практически, наверное, залью под горлышко. В принципе, когда заливаю под завязку, мне хватает, наверное, на неделю. Вот. И только после этого стрелочка начинает показывать уровень топлива. То есть падает до тех пор, когда уже поплавочек начинает опускаться. Главное соблюдать, чтобы пена не доставала до пистолета, иначе отщелкнется. Вот в таком режиме мы заправляемся. Опять же говорю, не знаю, насколько это вредно для машины, вот, но если будет стоять, то, наверное, да. А если сразу начать эксплуатировать, то потихонечку топливо будет тратиться, естественно, и как бы бак будет достаточно полный и надолго хватит. Да, видео не буду останавливать, пусть, собственно говоря, так и происходит все, потому что надо две руки, сейчас остановлю, потом не включу телефон. Однако много входит уже, вот. Уже устал и пистолет в таком режиме держать, ну, ради эксперимента. Просто я уже снимал такое видео. И там много задавали вопросов, насколько сколько литров конкретно влезает. Вот сейчас после отсечки узнаем, сколько конкретно литров влезает. Могу сказать, что пистолеты отщелкают практически одинаково. Там плюс-минус там пол-литра, наверное. Вот, потому что они отщелкают сразу, когда появляются вот эти вот пузырьки, независимо там от давления бензина. Пистолете и там длины пистолета, фирмы и так далее. То есть, в принципе, постоянно одинаково отщелкивает. Ну ладно, пусть даже на каком-то лишнем литре, но все равно мы сейчас посмотрим, сколько до пробочки, сколько будет у нас топлива. Я, в принципе, как-то замечал, но уже забыл. Сейчас вот точно мы узнаем. То есть, видите, заправка идет. И идет. Так, не знаю, что болтать уже. Вот, давайте просто будем смотреть, как заливается топливо. Бензин 92-й, кстати. Во-первых, это Америка машина. Во-вторых, сколько я ездил на 92-м бензине, то есть постоянно ездил на 92-м бензине, свечи чистые. Как только вижу машины такие же, которые гоняют на 95-м бензине, свечи покрыты налетом, обычно оранжевый какой-то. Вот сюда тоже пробовал 95-й заливать, смотрел свечи, тоже свечи в налете. 92-й свечи чистые. Насколько так, вот все под пробочку залили, смотрите, все, ставим пистолет. Так получается 43,67. То есть теперь можно посчитать. Все, спасибо.